Динозавры! Мы идем на открытие выставки динозавров. Ты видел, там динозавры чьи-то, отсюда слышно? Егор, ты испугался? Нет. А Егор не боится? Динозавр называется диплодок. У него один мозг в голове, очень маленький, а второй мозг в заднице, он тоже очень маленький. Диплодок. Сейчас схавает меня. Мне такой понравился. Вот такой, смотри какой. Вот такой огромный. Вот такой еще понравился. Мы сегодня на день рождения Егору подарили такую вот прогулку по ДНХ на открытие выставки с динозаврами. Тут просто супер, вообще отлично. Огромная территория, куча динозавров. Все орут, дети боятся. Тешу треба, приезжайте. Сначала Кирилл очень испугался, но когда ему дали пряник, он начал смеяться. Как вы думаете, это веселящий пряник или просто настроение у ребенка улучшилось? Кирюша, ты будешь кататься на динозавре? Угу. Будет кататься на динозавре. Оп. Так. Оседлал динозавра наш мальчик. Какой молодец. Там кости динозавра, а тут что-то непонятное. Девочка, у нее такой красный розовый гребешок на голове, как будто это девочка-динозавр. А этот динозавр называется злая мама. А мы сейчас возьмем. Опа. Организаторы выставки просто гении. Детям нужен, конечно же, торт. Это был такой ажиотаж, особенно на торте были съедобные динозавры. Это вообще просто прелесть, прелесть, прелесть. Тут торт с съедобными динозаврами. А может мы разделим кому-то лапа, кому-то голова? Потому что вас много, а динозавра три. Давайте. Динозавра было всего три, и пришлось их расчленить, чтобы каждому досталось по кусочку. Я ела половину туловища динозавра. Я не ожидал, что динозавры будут такими вкусными. И, кстати, мне еще дали вот такого динозаврика, я его выращу в воде. А ты кого будешь выращивать, Егор? Тот!
динозаврика. На этом наша официальная часть дня рождения заканчивается, и мы переходим к неофициальной.